Внимание, внимание! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Devil Play. Скачал игрушку под названием Way of Stalker. С этой игрой я столкнулся чисто случайно, так как в Play Market ее нет. И, так скажем, я новости часто просматриваю по новым играм. Вот. Нашел я эту игру на YouTube. У одного чувака с YouTube канал Hilton Deep. Спасибо, чувак. Кстати, у него годный контент тоже. Снимает ролики по телефонным играм. Вот. И, соответственно, у него там в описании была ссылка. Спасибо за ссылочку тебе же, братан. Так, вообще, у группы, которая работает над этой игрой, есть ВКонтакте группа, и, так понял, там они распространяют эту игру. Вот, как-то так. Надеюсь, я смог выразить свою мысль правильно. Ну, давайте посмотрим. Эта игра, значит, что-то в стиле сталкера, только в двухмерной графике. 2D сталкер, вот это пиксельный и все остальное. Давайте, не будем долго болтать. Еще, кстати, сетевая игра тут тоже есть на бете. Загрузка идет. Давайте же посмотрим, что у нас тут. Вот у нас, короче, чувачок. Оп. Можно идти назад, вперед. Что такое? Кто это? Это наш враг или друг? А ну что это мы кидаем? Так, это у нас прыжок, прицеливание. Какой-то плюсик. Это не знаю что. Нож. О, можем достать нож. И, собственно, с ним и драться. Им драться. Или с ним. Короче, у нас сейчас имя у нас Слава. Группировка одиночка, деньги 50 тысяч и, короче, пустой рюкзак. Что написано было так что? Хутор новичков. Ага. Что-то это завис, чувачок. Ну-ка, поехали дальше. Куда ты сел? А, вот. А ну-ка. Ничего себе, эффекты, да, когда мы бьем ножом, у нас аж трясет весь экран. Да, блядь, что за фигня? Какого? Вот что это сейчас было? Нас бьет. А ну, может, вот это кинуть надо? Да? Все? А, ну еще и возвращается. Нифига себе, что за... Аномалия, наверное, какая-то. Ее талия. Блин. Да ну нафиг! Что за фигня? А ну сдохни, сдохни, тварь. Ну? Ты сдохнуть хочешь сегодня? Или завтра там? Давайте, пускай перезарядка будет у него. А ну сдохни. Ага. Я нашел, короче, уже баг в игре. Вот таким вот образом. Не знаю, может так задумано. Да иди обратно. Хэси, прям Dark Souls двухмерной графики. Короче, все четко. Уворачивались, били и опять уворачивались от выстрелов аж. Так, ладно. Что у нас есть? Сундучок какой-то. Изолента. Ну, конечно, куда же без нее. Во всех выживалках изолента это важная штукенция. А, вот, кстати, можно его тоже обшмонать. 10%, 15 патронов. А что это у нас такое? Бинт. Блин, наверное, нам не помешало бы, а то сейчас мы сдохнем. То... Блин, не пугай меня так, чувак. А ну, как использовать его? Ага, два раза нажимаем, и используется бинт. Так, патроны надо здесь куда-то ложить. Да, блядь, откуда? Это типа наш напарник. А, все, ты замочил пса. Бедный пес. Твой хвост заберем и пойдем дальше. Ну, я вроде бинт использовал, а хпшки даже не прибавилось. Ладно, пускай так будет. А ну, перезарядка. Так, что это у нас такое? Это кислота. Давайте лучше ее перепрыгнем. Да ну его нафиг, хп и так мало. Предупреждение, вы действительно хотите перейти на свалку? Честно, не очень сильно хочу, но походу у нас варианта нету. Переходить на сал. Какая-то старая мебель, блин. Так, костер. Ого, сохранял. Игра сохранена.
Задание. Нет активного задания. Карта. Что, карта тоже не активна. А меню. Выход из игры. Короче, у нас есть задание. И карта, пока я так понял, в игру еще не добавили. Так. Тогда выходим. Типа у нас гаджет такой, да? Что он набок у нас. А ну, позвонить можно куда-то? Нет. Это телефон, короче. А, что у нас? Перезарядка нужна? Вроде пока нет. Вот аптечка нам бы сейчас не помешала. Это уж точно. А, нам мы можем? А, это, кстати, на них можно нажимать. Что-то понятно. Привет, сталкер, торговец. Давай поторгуем. Ну, давай. Ого, автоматы, пулеметы. А, у нас еще и деньги есть, в принципе. Так, а сколько стоит все это? 20... Сколько? 800 рублей. А это сколько стоит? Слушайте, мы можем себе и позволить. Нам по карману, в принципе. Так, это что у нас? Маска противогазовая. Вот, аптечка, вот это точно надо. Армейская аптечка. Постепенно восстанавливает 100 и до здоровья. Аптечка 2000. Это сколько за 70 еды? Так, 2000 это 70. 3700 это 100. А, еще и кровотечение снимает. Это просто. Ну, мне кажется, выгоднее будет за 4000 взять и 140 себе хп восстановить. Или же за 3700 100 хп. Ну, лучше отдельно. А бинт сколько стоит? Блин, я уже купил. Бинт стоит 920. Не знаю, ребят, как мое мнение личное. Я думаю, лучше такие две купить, чем одну вот такую аптечку. Но вы там, конечно, сами же смотрите уже. Сами выбираете. Так, это что у нас? Противогаз. Следующее поколение. Фильтрации воздуха имеет более лучшие характеристики по сравнению с предыдущим противогазом. Какие у нас еще предыдущие есть? Ага. Так, это у нас ставший на все еще 10 тысяч. Это что у нас? Ремкомплект для брони. Ага, еще броню можно будет ремонтировать. Масленка. Позволяет произвести чистку оружия. Восстанавливает 25% прочности. Ну, это уже, я думаю, сколько. И недешево, кстати, стоит. Это 11 тысяч рубасей игровых. Выводит антирадиат. Я понял. Антирадин, да? Антирад, по сути. Прожить вовремя. Позволяет немного дольше прожить во время выброса. Дает защиту. Что значит выброс? Не знаю пока. Давайте посмотрим, может, какие-то пушки возьмем себе. 21 тысяча. А это что? Обрез. И 30 тысяч. Это сколько стоит? 45 вообще. Это оружие опытных. Короче, АКМ. Пистолет гадюка. А ну, для гадюки какой нужен? Какие патроны нужны? Пистолетные патроны, патроны для гадюки. И для натовских пистолетов. Стандартный боеприпас для дробовиков. Стандартные патроны отечественных автоматов, для калаша. Стандартные патроны для штурмовых винтовок. Ну, короче, вот для этого гадюки нужны 650. Патроны 9. Ну, давайте посмотрим. 30 патронов. И гадюку берем. Стоимость, да. Так, слушай, не-не-не-не-не. Где ты нафиг? Я вот тебя купил, чтобы потом дешевле его тебе продать. Так, давай, надо, наверное, еще патроны взять. Оно, в принципе, не так дорого стоит, но мы можем себе позволить. Так, а теперь надо зайти в сумку, да, и перезарядить наш автомат. А ну. А, он сразу заряжен, я понял. А ну, посмотрим, здесь еще, кстати, в ящичке что-то лежит, может, полезное. Используем, кстати, аптечку. Мы сейчас побежим, так нас завалит сразу. А ну, а что-то дает? Используем батон. Не знаю, что, короче, дает, но пока она нам точно не восстановила. Так, еще аптечку, наверное, возьмем. Все. Деньги еще чуть-чуть остались. Раз, два.
Две аптечки пускай будет. А где мои 70 ЕД? ХП? Где? В смысле? Чё так мало? Я думал, оно больше, блин, даст. Ну давайте еще один используем. На что делать? Все равно придется как-то восстановить все ХП. Да ёб... Какого хера я не заметил эту фигню? Так, 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 так. Сдохни. Пес. Не, ну реально, вот что-что, хотел бы сказать, что игра реально вот годная, да, ребят, вот смотришь, неплохая игра, честно скажу вам. Мне лично нравится, играть можно. Вот эта фигня, видите, он умер возле этой аномалии, она, блин, автоматически начинает взрываться. Это что у нас, кстати? Так, это и это. Можно так поменять. Это не сейчас. А ну-ка. Ну так меняй. Что за... А, ну не меняется, надо что-то снять, вот что-то поставить. Карты. Потрепанные игральные карты помогут коротать вечер у костерка. Что реально, может быть, будет возле костра использовать. Так, перепрыгиваем. Что? Лаборатория X8. Так. Так, серию завалили. Используем аптечку. А что, куда дальше уже нельзя, да? Я понял. Хорошо, возвращаемся. Всякая параша есть в Play Market. Ну, реально, донатные помойки, ребят, многие из вас знают. Я лично сам в курсе об этом. Вот это вроде игра, что-то новое, ну такое прикольное, правильно? А вот ее, блин, в Play Market почему-то нет. Не знаю почему, конечно, может я чего-то не знаю, опять-таки, может они хотят сначала полностью ее разработать, эту игру, после этого уже выпустить в Play Market. Или в Play Market их, например, я не знаю. Как по мне, блин, обидно, обидно, что таких игр очень мало на телефоне. Что это? А, ничего это. Уй, блядь! Ёб твою мать, что за херня? Перезаряжайся. Так, 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 аптечки, аптечки, сдохни. Ты что, бессмертная тварь, что ли? Потерян в зоне. Продолжим. Ай, бля, я не сохранялся. Плохо. Плохо, что не сохранялся. А, ну а мы сохраняться, в свою очередь, можем только возле костра. Плохо. Очень плохо. А как эту фигню, интересно, победить? Хер его знает. Давайте, короче, вот это что? 45 тысяч. Аптечка. И патроны для отечественных автоматов. Правильно? Все, берем, короче, калаш. И идем все. Блять. Короче, давайте по новой. Что-то, да, я... Немножко меню, выход из игры. Продолжить. Да какого хрена? Это что сейчас было? Куда он взялся? И почему та хрень его не убивает? Наш торговец сраный. А, он бесит, короче. А ну. Так, давай поговорим, поторгуем. Так, ну что ты делаешь? Ты будешь покупать сегодня оружие? Наконец-то. Раз. И две аптечки. Постараемся сейчас не подыхать. И будет тогда все чики. Так, берем калаш и погнали. Оп. Блин, аптечку надо использовать. Так, ёп! Чуть не сдохли. Чё, и всё? Это вся ХП то, что остановилась? Всё, зашибись.
побежали. По-быстрику. А что, это тоже? А, это наше, не то, что я делаю. Все, поехали сюда. Так, сразу используем аптечки, потому что там потом уже не до аптечек будет сейчас. А, нет, вот тут, видите, чуть. Осталось ХП, и невыгодно сейчас использовать аптечку, потому что у нас просто... Просто будет неправильно, короче, оно больше восстановит, чем то, что нам нужно. Давай, давай, перезаряжайся. Да ё-моё, если не нажмешь, почему она автоматически не перезаряжается? Тохни. А, мы же так можем сделать, правильно? Радиация. Короче, надо было убегать, короче. Давай убегаем. Блин, опять потерян зори. Давайте я посмотрю, как я прошел тот чувак. И продолжим. Короче, ребят, я посмотрел видос. Там, походу, из-за того, что мы сейчас играем старую версию, тут, короче, этот босс пожестче. А новые ее типа облегчили, этого босса, короче. Ну, как-то так, но тем не менее, это не важно. Я пофармил еще себе, ну, тут две аптечки, еще плюс три там пофармил. Короче, каким это образом делается? Просто сохраняешь игру, идешь убиваешь, лутаешь, продаешь, опять сохраняешься, перезаходишь в игру. Ну, не саму игру, поняли, но там новая игра, продолжить. И по новой вот так, короче, накапливаешь деньги, покупаешь аптечки и, короче, попробуем сейчас его завалить. Как-то так. Еще подпрыгивать надо, кстати, когда с ним бьешься. И то не всегда это получается, чтобы он не попадал по вам. Поэтому я решил скупиться аптечками. Опять не успел. Жжем аптечки, жжем аптечку, мать. Перезарядка. А ну-ка. Опять какой-то мы. Жжем аптечки. Сейчас, сейчас перезаряжаемся. Жалко, что автоматически перезаряжается. Блин. Опять завалил. Сейчас еще раз попробуем. Сразу сходу выстрелил. Блять. Я растерялся. Короче, ребят, просек я тут одну фишку. Сейчас покажу. Не знаю, как у других. Но у меня вот так сейчас срабатывает. Сразу бежим вправо. Вот, бежали. Прыгаем. Блин, не появился. Короче, видите, уже тут потемнело. Я тут все фармлю. Побольше хочу аптечек нафармить себе, чтобы попробовать победить все-таки этого босса при вот этой версии, где он сложен. Короче, не ищем легких путей, что я делаю. Да какого хрена он не появляется? Короче, когда начинаешь игру, я как делаю? Перезахожу, продолжить. И сразу, если вправо бежать, то тут, блин, у меня респаунится какого-то черта враг. Смотрите. Оп. Блять, короче, он пропал куда-то. Я хотел с вами поделиться, как-то не получилось. Короче, он просто тут появляется. Понял, я вот так стою. Он ничего не появляется. Вот так стою, вот так перехожу, сажусь, начинаю по нему стрелять. Короче, он вздыхает. Я собираю с него лут и продаю вот здесь прям этому торгашу. И, соответственно, покупаю аптечку. Блин, темно, ни хрена уже не видно. Да садись! Ё-моё.
Ну, аптечку уже сразу мы тратим. Тут что ж подделать? Ничего, блин. Так. Я думаю, этого нам хватит, чтобы добить этого засранца. 7 аптечек. Куда уже дальше? Ну, дальше уже, честно говоря, желания нет опять фармить на аптечке. Это уже слишком. Может, реально его тут... В самом деле его тут никак не завалить. Опа, вот успел. Надо как-то вовремя прыгать. Тогда, я думаю, все получится. Оп, не успел. Так, аптечка. Это не тот момент, когда он поднимает оружие. О, все, мы его замочили, наконец-то. Ребят, наконец-то мы его завалили, котина. Что это такое? Ради чего мы тут смучились тут? Что, пиши, что это? Рука мастера какого-то. Блин, аптечка. А ну, впереди что-то есть там? Ну, впереди все, закрыта дорога. Именно возле него, заметьте, начинает вот эта радиация, блин, херячить по нам. Жестко причем. Оп. У нас точно уже ничего нет. Ну, погнали тогда наверх. Блин, аптечку надо по-любому. Ну, что за фигня, когда эта радиация пойдет? Или оно все уже не пройдет у нас? Это типа демо-версия, все пройдено. Бля, антирадина купить. Иначе нам сейчас каюк. Да быстрее давай, давай быстрее. Покупай эту фигню, используй. И не этот мне мозг. Что это? Вот это надо. Да купи. А, что у нас, денег не хватит. Все, значит, мы сдохнем сейчас. Блять. Что эта рука дает, а так не прочел. Короче, ребят, на этом заканчиваем. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Пишите, кстати, комментарии, что эта рука дает, выбивали ли вы ее. Также не забывайте подписаться на мой канал. Пишите опять комментарии, стоит ли продолжать эту игру, понравилось ли вам. И спасибо, что досмотрели. Также в ВКонтакте есть у меня, и на Дискорд канал тоже можете подписаться. Там тоже приходят уведомления о новых видео. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.